Федеральный центр «Сириус» в Сочи впервые в России принимает Международную олимпиаду по финансовой безопасности. Приветствие ее участникам направил Владимир Путин. В телеграмме президент отметил, что олимпиада направлена на повышение информационной и финансовой грамотности подрастающего поколения, профилактику преступности и экстремизма. Сегодня в Сочи торжественная церемония открытия и большой концерт. В ходе отборочного этапа к финальной части состязаний допустили 500 школьников и студентов из России и стран СНГ. Мы бы хотели, чтобы наши студенты, наши школьники, наши граждане России, чтобы мы всегда думали, что финансовая безопасность – это рядом со мной, это во мне, это в моей личности, это в моем социуме, в моей семье, в школе, в институте. И если мы хоть немножко научим ребят понимать это, а они помогут еще кому-то, значит, мы достигли того результата, которого хотели.